потом закинешь. О, все, не дам. РО, пацаны, сейчас всех покикаю. Пупу поставь, блядь. Это как сделать? Ты дал мне, я не умею ничего делать. Я РЛом в жизни не был. На себя правая кнопочка мыши, типа там. Так, Чопс, плюсани мне FPM. В Discord? А ты ДКшкой хочешь? Не, надо фурика. ДКшка. Надо фурик, Чопс. Целокаты. Куйф. ДК. Блять. Ничего не настроен, ладно, сейчас. Блин, надо срочно, у нас тут квест, нам осталось 25 минут. Давай, рейд лидера. Будешь ты у меня вот таким, хоп. Ты чё там, блядь, делаешь, нахуй? А как крыло передать? Назначить лидером рейда. А где Чопс? Он вообще не... Он в ДСе. Бля, и тут его в друзьях нет. Чопс, давай заходи на Вара, плюс они не быстрее. У нас время тает на глазах. Блять. А где это время смотреть? Сколько нам осталось? Сверху написано 22 минуты. Все заходит. Извинись пока. Дал бы мне помощника лучше. Дал тебе помощник. Я рыбы-то у меня наварил. Сейчас. Да пофиг на эту рыбу. Чё там? Ну, иди, Чопс. Чопс, давай. Ну, антивары. Так, где тут, блядь, мана-то есть? Давай, бери, Чопс, квест бери и погнали. Че, ну давайте пока агрите, он сам квест возьмет. Кулак по вару только дайте, Ветрик. И по ханту кулак, а ты каску уже туда. Нет, не.
Этика вот одного, чё все разных, блин? Командира. Бо. Блять, подожди, у меня тут пиздец. Тогда хиль. Блин. Бояшка же. Двухсотая какая-то. Сбафаем рыбу там, вся хуйня. А есть рыбалка? Вон, поставили уже, есть. Есть. Плечи возьми там. Да, сейчас. Ну что, все вроде? Так, смотрите свои бафы, сейчас я каску найду. Райан, ты Волонара держишь? Это Алдорама, да? Не знаю, как Женя скажет, мне все равно. Ну, а ты двоих, Войт одного, окей. Ну, Войт не потянет двоих. Ретрик, да, кулак Ханту? Кулак, смотрите, свой баф, блядь. Сорян, нет. Кулак по вару. Нет. Ретрик там, никто, кулак по вару, да? Смотрите свой баф, готовность. Все, все готовы, давайте. Все, лог, не забудь, Пета. Кинетику Ханту помогает. Лучше веди вниз, туда, вниз лестницы. Слышишь, Войт? Все, 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 не все, все, стой, не надо больше. Ядро на лестнице. Забирай, ядро. Алдорама, да? Выбери лог какого, какую-то кинетику и отправь. Лок, отправь, как выйдет кинетика.
возле стены отправь. Это. Киля точечная. За ОЕ. Кинсет РДД. Зачем с бурей паладин сюда подошел? Алло, блять, иди отсюда. Ну все, пиздец. Дебил. Да, бля, не обзывайся. Мне надо поспокойнее. Ну я понимаю, но зачем он сюда подошел? Выжил колонару, ушел. ХП, давай, рост, шаман. Колонар объем. Паладин. На будущее милики килисета не бьют. Отправь на... Ну, через 10-15, хорошо. Извините, пожалуйста. Лок, отправь на какую-то кинетику и быстрее желательно, которая ниже всех. Надо две прям на босса. Все, красавчик. Ядро. Ретрик, иди волонара бей. Зачем ты бьешь темный шар-то? Ты чё, блядь? Тактику перечитай, пожалуйста, на досуге. Ты чё варит, я, блядь? Забагался. Ну я и видел, как ты забагался. Бурю и бьешь, блядь, черный шар. Ладно, все тихо, потом. Бури базара ноль, сейчас по поводу ядра. Все тихо. Кто-нибудь помогите ему, ёпта мать. Вот прям босса падает. Помогайте возле босса, я следующий. Уйдет этот, я залью. Живи как хочешь. Мог залить, далеко было. Че залить? Кому залить? Как неактивный стану. А че ты залить-то хочешь? Ну тебе. Зачем? Еще 12 команды, блядь. Кельсета. Ну подходите, милики, туда вообще. РДД, бейте кельсета точечно. Все, пусть лог бьет эту. А Чопс, он тоже бьет сейчас Келисета. Это норм? Чопс. Я же говорю, милики, не ходите туда, вообще не бейте. Если он вихрем не бьет, пусть бьет. Я говорю, вообще милики не бьют. Бля, я сказал, я вы должны делать. Нахуй вы начинаете, блядь. Без вихря, с вихрями, блядь. Говорю, не бейте, значит не бейте, блядь. Успеете их, блядь, убить, ничего страшного, блядь. Лок отравный какой-то. Поднимите, поднимите кинетику, помогите, ну, сейчас полетим, блядь. Блядь. Уже полети. Нормально, зато вихрь за его. Лок на дальнюю отправь, это. Не вижу, куда твой пет стреляет вообще. А теперь вижу все. Добивайте меня. Бегайте. А вот 300 кабля бьете целый день. Я все понимаю, Ретрик, но ты поинтересуйся тактикой, прежде чем в инсты идти. Хорошо? Хуйня упала. А то ты приходишь, получается, не знаешь, что делать. Кто там выиграл? Может, потом разролим, 9 минут осталось. Сори, ребят, я Оливу срочно на работу вызвали. Извиняюсь всех, кто поставил. Это Ретрик. А, хорошо. Так, тапки нужны?
А, блин. Ну, да, уже, блядь, успеем. Давайте, пойдемте тоже. Успеем, не хуйся. Последний раз в ЦОК. Лейтенанта, блядь. Ах, это тактика даже не трогать. Пизду, блядь. Лейтенант по мне всекает, ебанись сколько. А, у тебя есть ассист, поставь метку, блядь. Зачем ты начинаешь, блядь, ругаться? Просто поставь метку и скажи, блядь, бейте метку. Все, блядь. Ну, срыв. Чувак, я-то чувак. Ты че? Ну ты сказать не можешь, ты танк, блядь. Никак не успеем, мы даже трэш так быстро не зальем, но. Да и хрен с этим квестом. Вы не сделали квест? Ну все, как раз Юля тут. Пойдем в два фурика, ёп. Че, кто-то отвалился? Угу. Хорошо. В смысле, наверное, нехорошо. Скажешь, как заходить можно? Стрелится, нет? Порченная кровь. Тактика добьем. А вы из-за меня не успели или нет? Потому что менялись очень долго. Пока туда-сюда, Чопс пока на ДК зашел, потом на Вара. Чопса приняли в гильдию? Нет, он в Джоксах уже. Кем? Варом? Угу. Да, можно, нет, все, не агрится, блядь, зайти. Не, лок тут не надо, он же в инсте вроде уфался. О, я, блядь, вообще голоранне. О, меня в самонете. Я и кикнул, вора. Регу в хлю. Там себя кикнул. Мне не хватает уже. Ну, скажите, как заходить можно? Заходи уже. Все тут он вроде. Да, я тут. Нравится. Нравится. Очиниться бегу. Сейчас 2 секунды. Минус кулак. Надо джипсов качать. На АП подключите, нормально. Три вара, бля. Цирк. На мой ДПС уже не надейтесь. Я буду без маны. Тактика, ну, советника первым занимаю. Мага за шакли и на зум, если можешь, левого. Там уже до там еще. Блин, но битерпала, конечно, будет. Ну, ладно, ладно. В трём. Просто единственное, кто здесь сильно бьет. У меня рут, и ничего не могу. У меня банишь. Я пока успел что-то сделать, уже 2 убило. Лиля, вот на тебе, кстати. Да? Вот, говорю, у тебя. Сейчас отдам. Ага, то есть на массовом диспелится.
О! А, это не мы явили. Вот здесь вот пояс лежит. А что на лане? Укусы правильно сводить, потом отслужил, лужи выносить и эти самые... И лучи сводить, правильно? Да, да, сбегаться. Че, тут будем пить сапрота? Да, 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 сразу пьем. Если будем разбафаться, пить сапрота, да. Ставлю рыбу. Давайте фуру бал. Лок еще бежит, погоди. Слоком хочу. Ну тира забери. Как у тебя РЛ? А, нет, у меня. А, не уже. А, видишь, я Юле поставил наводчик. Бейте, бейте, да, все сопроты. Килы в центре, РДД по бокам. Че, че? Что такое сопроты? Банка сопротивления. Че она дает? 100 резистов дает ко всем магиям. Тут же тьма только. Ты тут не забывай, что у тебя хп меньше, блядь, нежели в нашем ЦВК. Так, лока бахнуть. Просто баф каску. А танком хер его знает, может танки и не пьют, я хрен его знаю. Рыба стоит. Ну вам точно поможет. Танком тут оф влетает также на метки. Кто там пердит постоянно? Исправь микрофон, пожалуйста. Это, тут короче и на зум больно будет очень бить. Сейчас увидишь, какой урон полетит. Но все захиливается. 300. Назум, у тебя банка есть? На что банка? На сопротивление. Я. Пей. Все пейте. Чё, ну готов? В центре стоят хилы, а ДДД по бокам. Шаман, тотем трепет, а и на монорек поставишь. По стенке выносим, да мы? Да, 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 по стенке. Фактом мы тупим сразу. Сбегаемся, потому что будет очень больно. Чекаю на баф и на готовность. А шо на базаре, ничего себе. Она только что убила этого. Казнила, вон труп лежит его. Да и хуй с ним. Все, все готовы, давайте танки пуляйте. Это было неразумное решение. Кусаем сначала ДДшек. Так, сбегитесь. Глем, тебя буду кусать. Лок. Боже. Порт блок поставь потом, чтобы не бегать. Я не в жопе мира. Факт, не вмешаюсь. Блядь, как пьяный отрывом ебанул. Хрена на там луки, живой. Названо хуже. Хильте, братья, на фул, умоляю, фух. Я
взлетки там сакты там. Точно. Ну ты, бля, Лен, маленьким, блядь, убери эту хуйню с ними, блядь, свой Гоголь. Факт. Я, блядь, тебя искал и не нашел, блядь, заебись, а ты в Гоголе сидишь. О, все, теперь видеть буду, лок на тебе-то. Я думал... Ты Дим. Бля, ложа. Забавно. Фире. Опять даю Дима. Стеночки отбежали, все. Ну только там у вас до укуса. А Лен, встань справа ко мне чуть ближе. Тени. Прохил ханта, захильте главное. Не, бля, зря лок ты хила кусаешь, ну это пиздец. Да, пофиг, главное хоть его. Давайте. Ты чё, лок? Я же побежал. Рост, шаман. Рост. Что уже? Бежишь? Бля, умрёшь. А у вас чё, 8 укусов, что вы рост даете? Сейчас, зачем 8 укусов? Она не доживет до восьми. Чопс, выйдешь, как скажу? А хотя уже, может, ее не будет. Факт. Подойдешь? Лужа, Чопс. Вообще нет. Правильно. На ману дать. Капля есть сейчас, дам на вихре. Сеночка, не бежали. Меня укусили уже. Назумик. Че, я хил в кармане. Захиливай капля, блядь, 30%, сука. Ну чопс, блядь! Ай, блядь, сука, нахуй, ты еще иди нахуй на базу, я кури. Короче, убить. Убивать его надо, походу. Детектор. Захильте, алло, танк. Ну, захил. Я не могу, я слился по мане. Есть? Нету, я слился. Заливай маны. Залей им там ману. Все, кусать некого. Идите танков кусать. Потому что сдохли вы, некого, блядь. Тень, лок. Да все, не добьете вы. И сегодня берсались просто. Я не знаю. Пойдемте починимся. 4 укуса не дается рост с таким ДПСом. 8 укусов ждете и даете рост. После второй взлетки это делается и добивается босс спокойно. Надо просто вздыхать. Но если бы, блять, лок укусил не хила, у нас было бы 4 укуса. И она бы не дожила до 8 укусов. Ну, сомневаюсь, конечно. В смысле, ну мы, бля, ходили, мы знаем. Ходили, да. Нет? Ты, я так понимаю, на Лану пришел первый раз тут. Не, я вижу, блядь, что у всех боссов на 50% больше ХП. Я говорю, мы убивали и не раз уже на этом сервере. Хорошо. Лок, конечно, кусать хила, блядь. Я не понимаю. Же подошел, лок, блядь. Лок, ты в РК слышишь, нет?
Алло, плюс, напиши в рейд. Да все я слышу, да все я нахуй слышу, блядь. Подожди, слышишь это хорошо, а ты знаешь, что надо кусать ДД? Я все знаю, кого кусать, блядь, потому что ко мне подбегают, когда я уже не знаю, кого кусать, блядь, и потом говорят, хуль ты меня не кусаешь. Конечно, я буду сначала, давай поближе ко мне стоит. Твоя задача выбрать цель до того, как на тебя повешается баф вампира вот этот. И ты должен знать, кого ты укусишь. А не так, блядь, что ты там не знаешь, кого укусить. Ты должен знать. Никто не должен к тебе подбегать, а ты должен подбежать. Если ты этого не будешь делать, то тебе здесь просто нечего делать. Понимаешь? Ну, понимаете, такая тема. Вот Хантер, он, грубо говоря, умер из-за того, что к нему не подбежали. Это тоже хуйня все. Хантер должен сам взять и подбежать. Блядь, ты меня, может, нахуй не учи играть, сука. Я ему говорил 3 раза, я тебя укушу, он на лестницу ушел. Мне что, блядь, на лестницу за ним пойти? Конечно, нахуй, босса... подойти и укусить его, конечно. Чтобы ты не зашел в контроль. А ты зашел в контроль, и мы не убили босса из-за этого. Давай подумаем, может быть, насчет этого. Давайте вы заткнитесь. Давайте, да, блядь, все закроем свои рты. И, блядь, так получилось, так произошло, блядь. В другой раз играем по-другому. Кому нравится сраться, вы можете сраться и идти в Долоран. Не срусь, вот. Просто надо понимать слова, называть своими именами вещи. Так получилось, оно не какая получилось, разница? Оно не получилось, вы так сделали. Ты стоишь и ждешь, чтобы к тебе подбежали. В следующий раз мы сделаем по-другому, блядь. Какая разница, вот. Чего об этом говорить? Вот это правильно, в следующий раз Хант подбежит и укусит, и не законтролится, и мы убьем босса. Рыбу ставлю. Все добежали. Давайте фулбак. Килов кусаем в последнюю очередь, ребят. Последнюю. Я буду кусать Чопса. Ваха будет кусать Чопса, если что. Хорошо. Убери свой гоголь. По ДК дайте, пожалуйста, кулак. А, там это, боевой крик стоит. Я тебя опять буду искать, бегать нахуй. Давайте, я подумал, ты вообще пен. Лок. Ну серьезно, он стоит, славу кидает. Я думал, это пет лока, блять. Я не укусил, побежал искать кого-то. Все, все готовы? Давайте, гуляйте. Давайте в этот раз повнимательнее сыграем. Так, ты чё стоим? Да-да, извиняюсь, чё-то я. Чё, с горы чего укусишь? ДК лужа. Бежал. Чуть отведи. Блять, это ничуть район. Она ренжу меняет постоянно, Жень, я, блять. Чуть отводишь, а, она, да. ДК. Кулак. Четыре мне БСКу. Я уже. Пожалуйста, горы. Чёрт,
Извините, пожалуйста, у меня тут гости. Григор, в комнату все заходят. Стеночка, мы все обнажали. Тотем тикает раз в 3 секунды. Не факт, что он на тебя подействует. А я просто их не вижу. Захил, захил, ой, захил. Ты где? Они нету. Они там сдохли на лесу. Надо как-то бейрить его. Да вы бейрили. Видите, если бы Равин сказал, что он бейрит, я бы сразу захилила его. Чё обслужим? Команда же бейрит. Ты как, блядь, прожимайся. Это зеркало пошло, парень, все. Помнишь, диван кинули, не бежать. И на зум кину диван. Заходите в лужу, что вы там ждете? Чудо, иди сюда, что? Иди сюда, иди сюда, иди сюда, там далеко, там Сагрид. Равен, пожалуйста, не бери без команды. Я прям видела, как он сдох за секунду. Что? Я не снимал диван. Я видела, я видела. Так, видимо, убивают. Может, шаман встанет? Встал шаман Ресни? Пожалуйста. Ресни, я отойду буквально на минуту. У меня тут полный дом. Сейчас. Спасибо. Так, уже подошло. Извините. Так, можешь шкаф поставить? Очень долго они бегут. Я же говорил, не покидать тело. Я лежал слишком быстро. Ой, я быстро. Близко. Не только я. Как ваши дела? Нормально. Ну, проф. Били, проф? Ну, нормально, молодцы. Че его там бить, блядь? Че все тут? Давайте, хоба. Где вы, на лане? Кулак. А, есть кулак, все. Крик. У нас нет второго пала. Да, да, я все время. Все готовы, давайте. Блять. Между собой ранжон уберите. Это было неразумное решение. Факт. Бежанец. Пак, а, блядь, на равен. Кого укусило-то? Я, блядь! Да ладно. Не
Все, просто стой. Кусай Чопса или Женю. Так, не, они там всегда рядом. Хильди сейчас по мне босс, блядь. Сука. Назван лок, так. Или уже. Мишка, ты где? Ты подойди с зеркалом. Кусал. Пишут, нельзя применить к этой цели, блядь. Он уже укушен. Захил, захил. Двоих кусил, что ли? Одного. Откуда и на Чопсе, и на ДК тогда? Нет, не знаю, ДК уже. Стеночком оббежали, дефки прожали. А, прист может на себя антифир кинуть на второй взлетке и маз дисплелом. С людей подиспылить страх. Назовем Чопс пар. Тень Егорыч. Пришлось укусить хила, ничего не поделать, не мог найти. Конечно, я жирная. Взял пала, она жирнее. Ты... тыночки кинь, это тынер. Мишка. Укусать его. У нее маны нет, как им сейчас жить? Уже заливал ей. А маны уже. Первый переход. Когда у него было половина маны. Потому что я нон-стоп хилю, посмотрите хпс мой. Я знаю, Юля, я объясняю, когда заливал. Жми клят. Кого кусать? Говорите да. Быстрее. Меня кусай. Идёшь? Вот я тут. Янки. На 40 секунд, наверное, чтобы убить, ибо, блядь, нихуя не будет кусать. Ща убьют, ДК. Сейчас вот спустится и будете раздавать. Просто, да? Кто не укушенный, плюсаните? Да кто не укушенный? Да тут все, блядь, говорите. Укушенные были. Я никого укусить не успел, поэтому меня законтролили. Захильте, надо добить. Чё, я опять по мане хил. У нас 2 дд, блядь, без ретрика, нахуй, маны нихуя не хватает. Ща ДК всех повырубает. Да уже тут, блядь. Все, я тоже сейчас. Нефт. Как равен укус получил, мне вообще непонятно. Да там. Хан, ты давал на него на пул? Чё? На пул, на мишку. Зачем мне давать на пул, на мишку? Давай подумаем. А, Лана укус дает второму в агролисте. Когда ну я и... с ним начинаю бить.
два танка бьют Лану для того, чтобы на них кинулось этот зеркало, которое бьет по двум танкам. Мы бьем. Я набрал агро больше, чем он с удара. Он стал вторым по агро. Он получил укус. Когда я бью, я третий должен быть по агро. Мощный самый ДД в рейде становится, как в первом трае, вторым по агро. Первый на агро всегда Мишка. Напуль на него и бей. Блять, это вы в дарках били, блять, ханты напуливали на танков, да? Ну не напуливай, давай второй раз он будет, второй по агро. Я просто не могу понять, я первый раз такую тактику слышу, чтобы на пулю и шли на лане, нахуй. Ну не напуливай, я говорю, давай второй раз Мишка. Всю жизнь ханты, блять, нахуй, хуй знает, куда напуливают. Давай второй раз получим танк, и мы опять упадем. Не будем, может, с этим разбираться. Второй в агролисте, в омане, в аддоне, получает укус. Я прекрасно знаю, не надо меня учить, бля, этим тактикам. Ну, я прекрасно это знаю, но... Ну, так, на лане никто никогда не напуливает. Ну не напуливай, я говорю, второй раз получит Мишка тогда укус. Ой, да хватит воет уже, сейчас Гурского бы, блядь, тактикам учить. Так я не учу, я говорю, напуль получишь, просто. Надоело, он говорит, мы никогда не напуливали. А потому что никогда не напуливали в жизни на лане. Ну вот и получилось, что Мишка получил укус. Вот, давайте, блядь, я за 8 так лет первый раз вижу такое. Ну, а я не первый. Ну, блядь, это, наверное, проблема танков? Нет. Потому что они без напула не могут агро набрать. В смысле, нет? Не знаю, обычно, блядь, все Мишки сидят нахуй в 25-ке, просят у хантов в ПМ, напуль на меня, напуль на меня, а тут надо на танков напуливать, пиздец. Всегда на танков напуливают. Не знаю, что... Никогда на танков не напуливают. Ну тогда к Мишке вопрос. Мишка, ты... Обычно ханты всегда и получают, блядь, укус. Почему? Потому что напулом нету, а они самые агроботы, нахуй. Ну вот сейчас что-то не получилось у тебя, да? Все, меня хватит передамажить. Как ты это объяснишь? Ладно. Тут я знаю, какие у вас там проблемы, блядь. Я не знаю. Просто обоих забудь. Мишка, у тебя как ротация с пула? Берсерк и увечья по КД, правильно? Чуть обоих надоело. Сейчас сделаем так. Никто не бьет Лану, пока танки не поставят. Бьет один Гурский. Вообще никто, сука, к Лане не подходит. Чтобы Гурский был вторым по агро. Все? Надеюсь, у всех Оман есть? Все видят? Нет, не у всех есть Оман. Ну, Мелики, вообще вы можете туда не ходить первые 5 секунд. Пока хорошо. Пока надел второй агро. Вот хорошо. И все, блядь. Ничего никуда напуливать не надо. Я дам даже 10 секунд, если 300 надо. 300 баф. Листобав. Нереально больно бьет. Назума. Очень много бьем, поэтому зря только по мане садимся. Назума, листобав. Нету, блядь, бафа у рейда. Давайте еще это, РЛ, может быть, ребята будут говорить, у кого нет укуса, да, то есть, чтобы было удобнее ориентироваться и никнейм называть, а не я. Я. Я это непонятно. Вот я одна жирная. Жирную, пожалуйста, не кусать. Я получу укус, я шаману, потому что шаману, блядь, по депосу идет нормально. Вот шаман получает первый укус. Хант кусает шамана. Потом они вдвоем кусают. Гурыч кусает Чопса, шаман кусает Лок. Все, все запомнили. После чего мы даем рост. Четыре вот этих ДД должны, блядь, снести дохуя ФП. За время роста. Блядь. Чек, ну, закрыл, нахуй. Уже, блядь, крышили. Чопс. Вы слышали, что у меня дома происходит? Эти рыбы не поел. Да, я чопс. Давай, доедай и пуляем. Все, готово, все, танки, идите агрить, бьет один Гурский. Давай, Горыч. Скажешь, когда ДД бьет. Все, Гурский второй по агро.
Бью, да? Да. Все, укусила, пак, сбежались. Быстрее. Хил, захил. Ой, Дика, что такое? Угу. Сейчас нормально. Что хилим? Твинси уже. Танков. Сука, вы... У меня лагает, лужа еще не спала, у меня пока уже спала. Не, на станк можно помочь. Все, короче. Я не знаю, что за хрень. Понятно. Ложимся. Не, больше не побегу в школу. А что ты не бабаешь? Добавили первую лужу. В лужу зайдите. Тебе же на хил никак не повлияет бабл. Бабл стоишь тупо. Я же не играла никогда в жизни Холи Палом, я всегда за ДД играла. Куда я знаю? Пальку хилила первый раз 2 недели назад. За ДД была. Снимай бабля, не... если еще и все. Ты же говорила, что Холи Палом только играешь. Нет, она за ДЦ же все время играла. Нет, зачем ей нет? Я в целка играла только за ДД, всегда. ДЦ начала играть, ну, когда ушла в Мадарту. Ты это, святую клятву прожимай только ДД, и все там от хила хватит. Бля, Войд! А? Сейчас меня будешь Холи Палом учить играть? Ну ты ж села по мане. Я села по мане, потому что у нас... Я не могу, у меня просто дома гости, сказать так, как я хочу. Цензуры у меня не хватает, правда. Меня, честно, больше раздражает вот атмосфера в рейде, нежели вайпу. Я готова 10 раз вайпаться, но в хорошей компании. Когда меня раздражают люди, я начинаю от этого беситься. Плюсую. Давайте бах. Ох, не надо было тело покидать, я же тебя кидала. Да мне чиниться надо было. Поставь шкаф, пожалуйста. Ты-то, кстати, я давно не чинился. У тебя есть или этот бомж? Нет, кончились. Вообще нету ни одного? А тут наковальни тоже нету рядом, да? Надо себе наклепать. Тут моя вина больше. Да ты есть, видишь, сайты какие-то подлаги. Когда сказала мне лагать, ты сказал, аха, у меня вообще прям очень сильно лагало. Не просто пролагало разок и все. Сейчас бы профа убить, да, со второго трая, и на лане вайпаться. Ну, кстати, тоже какой-то профа. Подожди, да, релог, может, быстро. Они пока рыбу едят. Да просто не повезло, бывает. Да не повезло, а банальные какие-то ошибки. Тут вайп из-за меня сейчас. Стой.